Вейдок. Это уже третья часть. И с вами Жека. Всем привет. Я вернулся. И я вернулся, дорогие друзья. Дима, я носил целых две части. Ой, это стыдно. Первое я жрал, второе я спал. Мы наблюдали. Мне было уж не знаю, что ты делаешь. Ты решил отключить CTOS. Допустим. Дай нам полминуты. Зачем? Полминуты внутри CTOS. Мы внедрим туда код. Потом, после ребута, DeadSec смогут контролировать все изнутри. Мы приберем за Блум. Нам нужно только полминуты. Полминуты, и никто не узнает. Наш секрет? Будем работать вместе. Нет, я устал от этого. Ну тогда спасибо. Дорогие друзья, взлом. Он, кстати, жесткий. Мы взломали его? Не гони, он еще один взлом. Ай. Я подключился к спутнику. Отсюда вирус Тибона перезагрузит систему. Я найду Дэмиана. И остановлю. Боже мой. Весь город в темноте. Да, это похоже. Что тебе еще надо? Куин мертв. Ты вернул сестру, а Клара? Типа же. А, вон он лежит. Да, я потом еще кое-что. Нанесла тебе удар в спину. Она помогла убить Лену. Ты сам знаешь. А как же ты? Тебя тоже можно обвинить в смерти Лены. Интересно, с чего бы это вдруг? Может, продолжим? Может, надо винить тебя? Помнится, Мерло был твоим планом? Я каждый день виню себя за этот план, за встречу с тобой, за то, что не остановил тебя, когда мог. Я не повторю своих ошибок. Вижу проблему. Решай ее. А, да. Мститель. Я видел по телеку. Сейчас проблема — это ты. И я иду за тобой. И жди нас, мы придем. В общем, кто-то еще есть такая... Чипка там что-то дадут, если ты найдешь, короче, сколько там трупов. Эти люди, которые потеряли, они кровь, они там никто людей, которые дают, которые попадают. Если вы все остановите, что-то это моя. Не открывал, но там электричество тут есть. Сейчас даже покажу. Это Дэмиан. Шипи, где мы как индексируем, что мы делаем. Сюда. Какую вы хотите конфетку? Мы выберем одну, а вы напишите отчет, еще какая-то. Да, переиграем все, если хотите. Перепройти как-то. Надеюсь, что не придется.
Ну. Уже второй вышел, но второй вышел. А ты еще первый вышел. Ну, Watch Dogs 1 на 50 серий примерно это сделался. Около 50 серий там. Ну 40-то уже есть на 100%. Помнишь, как мы решили объединить свои таланты? Какие придумывали? Слушай, убей за нашу девочку, это он пострелял нашу девочку. Но о таком... Да. Мы даже не мечтали. Взгляни. Мы разрушили целый город, блин. Давай, давай, показывай. Если обещал секретку, нам нужна секретка. Одного мы нашли, еще осталось 6. Интересно, что дадут? Не знаю. Мы найдем, отснимем, покажем. Или сами зайдем по нету, поищем. Да, поищем, а потом просто покажем. Да, для вас отснимем, покажем, где они находятся. Да. И узнаем, что вообще все-таки дают. И какую ачивку дадут. Ну, не знаю, что просто дадут. Просто много за что дают. Мы не проходили, мы не знаем, честно. Вы напишите в комментариях, хотели бы вы это видеть или нет. Последние часы, а я торчу на вдовьей площадке. Так называют самую верхушку маяка. Вдовья площадка. Ты знал это? Я нет. Метка. Похоже, все идет к развязке. Твоей. Сейчас тебе будет капец. Да. У тебя потом опять будет болеть. Посадим его на пулемет. Вот, блин. Сюрприз так сюрприз. Сюрприз, мазафака. Речь будет, Дэмиан. Тебе есть что сказать? Они знают, кто я. И все? Да неужели? Знаешь, иди ты. Тоже мне. Наплевал на всех, чтобы добраться до босса. И ждешь славы из-за того, что дело твое правое. Ты обманул меня. Вот что главное. Я обманул? Ты виноват в смерти Клары. И племяшки. Кто-то семью отправил подальше, да? Они знают, какой ты. Ты неплохо держался, но все равно проиграл. Да-да-да. Боже, сколько можно трепать? А ты откуда? Прости. Новый контракт. Бросай пушку. Что? Давай, брось пушку. Нормально. Ну? Он что, тоже предатель? Он предатель? Он похож... А, он же чисто по контракту. А, ну да, заплатили ему за нас. Вы слишком сентиментальны. Вот в чем дело. Потому и облажались. Будет вам урок на будущее. Эй-эй-эй, телефон тоже. Давай. Давай, бросай.
Да, нафиг. Стрельнуть нет. Не знаю, чего хотел Дэмиан в последние минуты. Наверное, смерти. Я думал, что отомщу за смерть ребенка. Но вскрылось столько всего. Ложь, коррупция, проблемы города. Но я стал другим. Я не живу прошлым. Не сожалею. Иду вперед. Все связано. Это поможет раскрыть тайны. Защитить. А если надо, и наказать. Watch Dogs. Вот и все. Мы прошли игру, друзья. Да. Думаю, вы... А, после титров он уже еще тоже, наверное, позвонит. Извините, я надеюсь, за то, что он пытался нас убить. Я не знаю. Повторяю. Это был Watch Dogs 1. Мэр Рашмар мертв. Полиция не раскрывает деталей. Доказательства связи мэра с главарем Чикаго Саус Клаб Лаки Квином и коррупции во власти наводнили сеть. Совершил ли мэр самоубийство или же его устранили? Глава пиар-отдела Блюм Шарлотта Гарнер сделала заявление о недавних сбоях в работе CityOS. Мы не сомневались, что сеть CityOS станет лакомым кусочком для хакеров всех мастей. Мы доказали, что наша система может выдержать любую атаку. Результатом можно гордиться. Система безопасности устояла перед атаками, иногда отключая всю сеть, чтобы хакеры не получили доступ. Личные данные в безопасности. Система снова полностью функционирует. Все хотят проводить больше времени с любимыми. Участвовать в жизни общества, сделать наш дом безопаснее. Bloom Industries услышала ваш зов. Мы отправляемся в путешествие, чтобы объединить весь мир. CityOS 2.0 специально для вас на мировом уровне. CityOS 2.0 технология на страже городов. Далее в программе. Женщина, которая лично была знакома с Эйденом Пирсом. Сегодня с нами известный детский психолог Иоланда Мендес. Доктор Мендес, ваша история очень необычна. Вы знакомы с Эйденом Пирсом, более известным как Мститель. Как это случилось? Я была знакома это с сестрой тетя? Мистера да, Пирса. Неожиданный поворот. Нам не удалось узнать о нем ничего. Спасибо, что откликнулись. Вы занимались его племянником? Да. Верно. Конечно, я не вправе разглашать детали и называть имена. Нет-нет-нет, что вы, я понимаю, но так вы встретились с Пирсом. Каков он? Невозможно сказать, что он за человек. Его лицо — это лишь маска. Идеальная маска. Правда? Любой игрок в покер ему позавидует. Он очень умен и из любой ситуации сможет выйти победителем. И вы пишете книгу? Да, пишу. Книгу обо всем, что случилось. Исследование Пирса. Личность этого человека стоит изучить досконально. С удовольствием ее почитаю. Доктор Мендес, спасибо. Сыты по горло. Мы разговаривали с глухими. На нашу репутацию покусился слабак и волк. Час расплаты близок. Это последнее слово. Мы боремся с надзирателями. Мы сила. Пути назад нет. Это война. Продолжаются поиски Мстителя по кличке Лис. Глава департамента полиции Чикаго призывает власти ввести самые суровые меры наказания для тех, кто вздумает чинить самосуд. Те, кто решит последовать примеру Лиса, будут наказаны по всей строгости закона. Жители Чикаго продолжают обсуждать убийство.